Лёпа! Детская познавательно-развлекательная программа. Привет, друзья! И прежде чем мы начнем... Итак, с вами Лёпа, а это значит, что в эфире детская познавательно-развлекательная программа о мультипликации. Интересную тему мы выбрали, ребята. Решили создать историю об искусстве. Мы уже проговорили роли, написав сценарий в первом выпуске. И теперь нам предстоит создать персонажей. Сегодня мы будем творить. И в это увлекательное приключение я приглашаю и вас, уважаемые друзья-телезрители. Приготовьте свой пластилин и лепите вместе с нами. Итак, передаю слово мультипликаторам, которые находятся на съемочной площадке. Здравствуйте, дорогие телезрители! Как уже сказал Мишка Лёпа, в эфире детская развлекательная программа о мультипликации. Меня зовут Станислав. Тема у нас сегодня – искусство. Позвольте представить нашу молодую команду мультипликаторов. Назар, Лев, наш маленький Рома, Вероника и Злата. В прошлом выпуске мы разработали замечательный сценарий нашего арт-кафе. Но как же наши герои добрались до этого арт-кафе? Вот у меня вопрос к нашим ребятам. Произошла такая ситуация, что под деревом спал медведь. Так, медвежонок, да? Медвежонок. Угу. Да. И мимо пробегал, и мимо пробегал. Кто там мимо пробегал, жучок, нас вспоминайте? Жучок. У нас сценарий есть. Мышка так. За ним потом петушок. За мышкой, да? Петушок. Угу, так, а потом дальше. Кошка. Так, пробегали они, значит. Что у нас произошло? Как они пробегали? Мимо или куда-то они запрыгнули? Они запрыгивали с дерева на дерево. Так. И когда кошка перепрыгивала на другое дерево, ну? То она упала на медвежонка. Кошка упала? Нет, и упал улей. Улей. Там улей висел на дереве, и он свалился прямо на голову. Да, мы с вами продумали? И медведь сказал кошке: а ну иди сюда. Короче, и потом кошка бедная оправдывалась перед этим медведем. В итоге, оправдавшись, они что, так и остались врагами или же они помирились? Помирились. Помирились. И так, чтобы помириться более, все по-дружески так, они помирились, и кошка пригласила их в арт-кафе. Да, в арт-кафе решили сходить. А вот в арт-кафе, ребята, мы постараемся раскрыть тему искусств. Потому что это прекрасная возможность разделить наше кафе на несколько зон. Да? Например, первую зону мы брали там какую с вами? Искусство. Ну, какое искусство было? Кто там был у нас? Кот-художник. Кот-художник. Кот-художник, скульптура, зона скульптуры, это у Льва будет. Певица. Певица, у нас будет сцена, там будет вокальное искусство. Это как там зона богачей, что ли? Ну, это у нас не относится к искусству, я думаю, что это просто посетители в зале. Еще доберман-поэт. Доберман-поэт, да. Тоже вот мы это затронем, литературу, литературное искусство. И еще, ребята, я помню, там был у нас Лев, да? А Лев кем у нас был? Фотографы. Ну что, ребята, вы все помните, каких персонажей вы должны будете сегодня слепить? Да. Тогда приступайте. Я всегда рядом, всегда с вами, помогать буду. Да, ребята, вы можете мне передавать пластилин, который нужно будет размять, и я буду его стараться вам как можно скорее приготовить в то состояние, из которого удобно лепить. Так, тебе какой нужно размять? Коричневый. Коричневый? Светлый или вот такой темный? Такой, наверное, да? Мишка больше из такого похож. Так, Вероника и Злата, держите черный, вот вам. Возьмем. Так. Держи. Я сейчас леплю кота. Хорошо. Так, кто кого лепит? Назар, ты кого сейчас? Я пингвина. Пингвина. Так. Лев, кого ты делаешь? Енота. Енота. Скульптора. Так.
Ну, Рома, понятно, Мишку лепит. Вероника, ты кота только что сказала, Злата, а ты кого? Добермана. Хорошо. Не готов первый персонаж, деловой пингвин. Я вот за медведя доделаю. Медведя доделываешь, да, умница. Тебя Стас голову, да? Держи, я тебе размял вот такой вот для головы. Так. Назад подай, пожалуйста, черный. Так. Черный тебе зачем? Для глазки. Глазки. Хорошо. И носик тоже, кстати, черный будет. Так, Вероника, как у тебя там делают? Доделываешь своего кота? Вот один маленький, вот большой чуть-чуть. Угу, отлично. Ром, подай еще, пожалуйста, черный. Так. Для кота. Для кота, да? Кот черный. Доделываешь уже? Кофточку ему сделай хотя бы, он же у тебя поэт. У нас, значит, ребята, конечно, тема важная. Вы все ходите в художественную школу, да? Дорогие зрители, мы не случайно выбрали тему искусства. Все наши ребята ходят в художественную школу. Ребята, ну расскажите нам немного о художественной школе, как вы там занимаетесь разными видами искусств. Зрителям юным очень интересно будет послушать. Вчера у нас был пленэр. Так, что вы делали на пленэре? Мы пошли на Комсомольский пруд и рисовали. Отлично. Все, да, были? Да. Молодцы. Ребята, а чего у вас в художественной школе больше? Изобразительного искусства или же скульптуры? Изобразительного. Больше рисуете, да? Понятно. Ну, а здесь в студии больше лепите, да? Это же художка. Художество. Ну, это все относится к художеству. Ведь скульптура, она тоже как объект художественного искусства может выступать. Так, котик у нас готов. Отлично, у нас еще плюс два персонажа. Ребята, я попросил бы вас складывать их вот на край столика, чтобы это бы могли наши зрители наблюдать потом. И чтобы у нас здесь не возникало хаоса на столе, герои должны быть отдельно. Помоги, пожалуйста, Злата. Так. Отлично. А ты можешь взять, смотри, вместо голубого серый, у нас его много, подставить. Вот уже у тебя доберман падает, возьми серый. Так. Нет, ты поставь его сзади, как стена, чтобы, будто бы на стену облокотился. Злата, держи вот эту стену, это будет для кота Назара. Ты стену сейчас установи, и кот пусть облокотится у тебя на эту стену. И тогда он будет стоять и не будет падать. Так, плотнее зафиксируй стенку. Отлично. Все, как подставочка такая будет. Так. Вот так. Все. Спасибо, Злата. Можешь садиться на свое место, продолжать создавать новых героев. Так. А можно пока декорации делать? Декорации? Декорации у нас в следующем выпуске. В этом выпуске нам необходимо создать всех героев. Назар, у тебя еще какой персонаж остался? Пингвин-официант. Все, приступай к работе. А у меня больше нет персонажей. Тогда помоги мне слепить песика чихуахуа, хорошо. Мне миска готова. Да, какой у тебя добрый получился медведь. Это вот этот, что ли, будет сидеть под деревом, ребята? Да. Он получается, да? Все, хорошо. Злата, поставь, пожалуйста, на край стола. Так. У нас плюс один. Отлично. Рома, а кто у тебя еще из персонажей там остался по сценарию? Горилла. Какого цвета мы сделаем гориллу? Черного. Держи. Горилла у нас кто будет по сценарию? Охранник. Охранник. Горилла будет стоять на входе. Кто еще у нас охранник там был, ребята? Краб. Краба кто лепит? Лев. Лев. Так. Лев, а у тебя готов уже? Енотик. Да. Да, ты уже доделал енота, какой интересный у тебя получился енот. А это что такое, Лев? Это камень, что для того, чтобы он делал скульптуру. А, ты еще даже мой инструмент, я смотрю, здесь сделал, да? Молоточек и зубило такое, да? Ну все, здорово.
Тогда вот так мы попросим Назара ставить на тот край стола. Держи, Назар. А вы вообще дома лепите, ребята? Да. Вам нравится? Я не люблю, я рисую. Ты любишь рисовать, я понял. Отлично, Злата, твои способности нам пригодятся, когда мы будем создавать декорации. Там нужно будет рисовать фоны. Но это уже в следующем выпуске. Стас, ты знаешь, да, что перед тем, когда я приехала сюда, но сегодня, угу, я хотела слепить Twilight Sparkle. Ух ты. Вот это кто? Это пони такая. Угу. Ой, и она такая как бы в облике человека, на задних копытах стоит, и у нее в одной руке сова, а в другой я. Я приеду домой и буду ее доделывать. Хорошо, я думаю, мы включать сценарий уже не будем ее, хорошо? Конечно. Потому что у нас и так персонажей очень много, и нам это нужно успеть их сегодня долепить. Это не твои чухвахку, а может бантик можно сменить. Ребята, очень важно приглаживать лапки, туловище, а то мне, когда мы будем снимать мультфильм, они отвалятся. Да, все верно. В анимации очень важно, чтобы персонаж был цельный, да? Чтобы у него не просто там лапки как-то были приставлены. Ты готов уже? Ты сделал пингвинчика? О, отлично. Ну, дай-ка я посмотрю, пожалуйста. Это у нас пингвин-официант, да? Так. Ромчик, как у тебя тут получается заглаживать все? Чего не хватает рук? Давай я тебе помогу. Ускоряемся, у нас мало времени остается до конца программы. Нужно сделать еще много героев. Итак, дорогие друзья, как наши успехи? Все ли у нас получилось? Отлично. Отлично. Так, я думаю, что все персонажи нашего мультфильма готовы, да? Как будто бы пушка. Но на самом деле это, конечно же, фотоаппарат. У него такой. Покажите, покажите. Вот смотри. Пушка реально. Пушка. Это у него длиннофокусный объектив для того, чтобы делать качественные фотографии. Итак, давайте-ка мы всех расставим. Ставьте сюда всех своих героев. Гориллу вот сюда поставить. Можно вот сюда можно поставить. Лев, ставь своих героев. Так, расставляй. Так. Ну что, друзья, всех расставили героев? Да! Так, значит, у нас наше арт-кафе уже будет заполнено персонажами. Но Лев в данный момент почти упал. Лев-фотограф. Надо его поправить. Так. Для следующего выпуска что нам остается еще сделать перед финальным шагом по кадровой анимации? Что? Декорации. Но этим мы займемся в следующем выпуске, да? На сегодня все готово. Поработали прям отлично. Очень много героев слепили, ребята, прям вообще. Ну, а сегодня, уважаемые зрители, мы с вами прощаемся. Так что, друзья, приготовьте пластилин обязательно для следующей программы и присоединяйтесь к нам, потому что лепить мы снова будем очень много. Ну что же, добрых вам творческих свершений, будьте с творчеством, изучайте искусство. Пока-пока! Пока-пока! Ребята, наша программа «Лёпа» подошла к концу, и наша задача с успехом выполнена. Много красивых персонажей ждут своего часа, чтобы сняться в мультфильме про искусство. Осталось еще изготовить декорации, но этим мы займемся в следующей программе. Оставайтесь вместе с нами, цените творчество и сохраняйте доброе настроение. До новых встреч!